Строители приступили к сборке второго Волжского моста. Монтаж первой арки нового мостового перехода через Волгу начался вечером 17 сентября и продолжался всю ночь. В работе принимают участие российские и французские специалисты. Планируется, что арку установят на опоры в течение недели. Вторую арку начнут устанавливать примерно через месяц. В целом, строительство второго Волжского моста идет с опережением графика почти на год. В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области подчеркнули, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок и опасений к тому, что весь объект и прилегающая инфраструктура не будут закончены в установленные сроки. Эта уверенность подтверждается также дополнительным финансированием в размере более 1 миллиарда рублей.